Привет, зритель! Ставим лайки и поехали! Давайте с вами поговорим, что на самом деле представляет собой легендарный вьетнамский бальзам «Звездочка». Многие годы бальзамом буквально пытались лечить все на свете, начиная от насморка и заканчивая ревматизмом. Удивительно, но ведь и в самом деле помогало. И теперь, несмотря на обширный ассортимент в аптеках и разнообразные экзотические предложения, «Звездочка» не стала менее популярной. Освежает воздух. Чтобы освежить воздух в комнате, добавьте немного этого бальзама в увлажнитель. Смягчает пятки. Нанесите тонкий слой средства на пятки и наденьте носки, и оставьте его действовать в течение ночи. Затем вымойте ноги и удалите мертвые клетки кожи с помощью пемзы. Повторяйте ежедневно. Лечит головные боли. Используйте этот продукт для лечения головной боли. Наносите на лоб и виски. Предотвращает инциденты с животными. Примените немного бальзама на места в доме, где ваш питомец делает свои дела. И его сильный запах предотвратит будущие несчастные случаи. Отталкивает насекомых. Коммерческие средства, отталкивающие насекомых, часто полны химическими веществами. Поэтому вместо этого используйте бальзам «Звездочку». И это будет держать мух, комаров и других надоедливых насекомых в страхе. Лечит грибок ногтей. Наносите бальзам на ноготь, пораженный грибковой инфекцией. Ежедневно, каждую ночь перед сном. Уменьшает брюшной жир. Раздавите таблетку камфоры, смешайте ее со спиртом, пищевой содой и бальзамом «Звездочка». Размешайте до однородного состояния и нанесите на живот. Оберните пластиковой пленкой и оставьте действовать на ночь. Предотвращает воспаление и инфекцию. Порезы и раны могут легко заразиться, поэтому нанесите небольшое количество мази на них, чтобы очистить их и ускорить процесс заживления. Оберегает мебель от вашей кошки. Кошки обожают удобную мебель. И эта любовь иногда может стоить вам дивана. В этом случае оставьте бальзам близко к месту, которое ваша кошка любит царапать, и вы избавитесь от проблемы навсегда. Успокаивает боль в спине и мышцах. Бальзам «Звездочка» эффективно снимает боли в мышцах и спине. Все, что вам нужно сделать, это втереть немного бальзама в пострадавшие районы, и в скором времени это облегчит ситуацию. Избавляет от растяжек. Нанесите эту мазь на участки, затронутые растяжками, и вы получите видимые эффекты всего за 2 недели. Лечит синяки. Нанесите бальзам на место синяка, чтобы он исчез в течение короткого времени. Не забудь поделиться полезной информацией с друзьями и близкими. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно».